Памятный знак Т-34 – братская могила танкистов, погибших при освобождении Орла в 1943 году, а также памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Такие места сегодня посетил Совет уполномоченных по правам ребенка, входящих в состав ЦФО. Среди них был и Михаил Крупин. Вместе с другими он возложил цветы каждому исторически значимому объекту.